В Китае сегодня некоторые владельцы магазинов слишком заняты, заботясь о покупателях онлайн, чтобы подумать о тех, кто физически заходит в их настоящие магазины. Многие продавцы в Китае обходятся и вовсе без магазинов. Зачем арендовать дорогую торговую площадь, которая функционирует хорошо, если половину суток, тогда как на Таобао прилавок открыт для покупателей 24 часа в сутки? Свято место пусто не бывает, и интернет в Китае заполняет те пустоты, которые появились как следствие государственной собственности и планирования. Вот почему онлайн-шоппинг в Китае даже популярнее, чем на Западе. Как говорит Джек, в других странах электронная коммерция – это путь в магазин, в Китае же – это образ жизни. Таким образом, Taobao открыл дверь в онлайн-шоппинг в Китае, а Tmall сделал ее шире. Ранние приверженцы Taobao были молодыми людьми цифрового поколения, но теперь все чаще покупателями онлайн-магазинов становятся и их родители, а также их бабушки и дедушки. По мере того, как растет разнообразие людей, пользующихся онлайн-шоппингом, расширяется и ассортимент электронных прилавков. Самые популярные товары на сайтах Alibaba – обувь и одежда. От носков и футболок до платьев по 10 тысяч долларов за штуку. На следующий день после крупнейшей телевизионной трансляции страны весеннего гала-фестиваля Spring Festival Gala на центральном телевидении Китая платья, которые были на ведущих или очень на них похожие, уже были в продаже на сайтах Alibaba. Многие передовые магазины разместили фотографии людей, включая самих торговцев, и смоделировали широкий размерный ряд для продажи, чтобы охватить как можно больший круг онлайн. Покупатели знают, что если одежда не подходит или на ней есть дефекты, то они могут сделать возврат без денежных потерь. Другая популярная категория товаров – продукты. Как объясняет Джек, супермаркеты в Китае ужасны, поэтому мы пробрались наверх. Уже более 40% китайских покупателей приобретают продукты онлайн. В США таких людей всего 10%. В 2014 году онлайн-продажи продуктов в Китае выросли вдвое. Офлайн только на 7%. Tmall торгует продуктами более чем в 250 городах. В 26 из 32 континентальных провинциях страны. И обычно по более низким ценам, чем в физических супермаркетах. Alibaba уже предлагает доставку замороженных продуктов на следующий день после заказа в более чем 60 городах. И кроме того, богатый ассортимент импортных продуктов. Сотрудничая с Вашингтонской яблочной комиссией, Alibaba обеспечила более 84 тысяч индивидуальных заказов на яблоки, которые были выбраны, упакованы и доставлены покупателям в течение 72 часов после покупки. Это 167 тонн, что эквивалентно грузоподъему трех самолетов Boeing 747. Ключевой аудиторией покупателей для Alibaba являются молодые мамы. Джейм Чиу, представитель голландской компании, производителя детского питания Friso, которая была представлена на Alibaba в День холостяка в 2015 году, сказал, что для молодых мам в Китае электронная торговля – это не канал, а образ жизни – экосистема. Компания продала товаров почти на 10 миллионов долларов в день холостяка в 6 утра. Это больше, чем стоимость всех покупок за весь 2014 год. Очень популярными товарами на Taobao являются компьютеры, средства связи и бытовая электроника, а также товары для хозяйства, от фенов и микроволновых печей до телевизоров и посудомоечных машин. Здесь влияние на офлайн-торговцев особенно драматично.
На день холостяка продажи на Alibaba бытовой техники регулярно превышали половину годовых продаж крупнейшего в стране ритейлера товаров широкого потребления. В августе 2015 года Alibaba приобрела 20% ритейлера Sanin за 4,6 миллиарда долларов. Продавая наряду с книгами и товарами для детей электронику и крупногабаритную бытовую технику, Sanin управляет более чем 16 сотнями магазинов в почти 300 городах. Сделка с Alibaba – часть развития универсального канала продаж «Онлайн-офлайн тренд», означает, что даже если покупатели идут на Sanin только чтобы проверить продукт, компания может получить некоторый доход, когда они покупают товар онлайн. Alibaba продает онлайн даже автомобили. Бренды General Motors, Chevrolet и Buick оба держат магазины на Tmall, где они также торгуют беспроцентными кредитами. Важный инструмент конкуренции на рынке, на котором General Motors уже главный игрок. Автомобили – популярная категория товаров на день холостяка, когда покупатели могут рассчитывать на скидки и выгодные условия оплаты. Еще одна категория – недвижимость. Очень богатые покупатели могут загрузить списки всех островов Канады, Фиджи или Греции, выставленных на продажу. Taobao известен предложениями всех видов экстравагантных товаров. Один студент прославился тем, что выставил на продажу серьги из дохлых комаров, и, как и само насекомое, каждая пара была индивидуальна. Другой случай – через интернет продавали неприятные запахи в бутылках. Taobao – это не только товары, здесь можно приобрести и услуги. Например, с помощью Taobao актеры и музыканты находят на сайте заказы. Богатый ассортимент услуг демонстрирует важное понимание китайских быстро меняющихся общественных норм. Молодой человек может нанять девушку, чтобы сходить с ней на мероприятие или делегировать расставание с настоящей девушкой специалисту на Taobao. Жены переживают, что мужья могут подписаться на консультанта по технике поиска любовниц. Деловые молодые горожане нанимают через сайт специальных людей, которые будут навещать их родителей. Чтобы преодолеть хронический недостаток доноров, сайт группы Alibaba Zhuhu C1 объединился с банками спермы в 7 провинциях страны для привлечения квалифицированных доноров предложением более $800. Это стартовая цена офлайн, но благодаря онлайн-маркетингу более 22 тысяч мужчин зарегистрировались в течение 48 часов. Товары для ухода за собой и украшения тоже популярны на Taobao. Продавцы идут в эту категорию, чтобы получить одни из самых высоких наценок на любой товар, проданный онлайн. Сегодня 42% средств по уходу за кожей в Китае продаются в интернете, поскольку товары стали более доступны благодаря тому, что их продавцы нашли способ обойти высокие пошлины на импорт. Контрафактные товары считаются крупнейшей в мире незаконной индустрией и, по некоторым оценкам, более выгодной, чем наркобизнес. Пиратские продажи на Taobao помогли повысить популярность сайта на ранней стадии его развития и продолжают служить яблоком раздора для владельцев брендов. Китайские подделки бывают настолько высокого качества, что их не способны распознать даже официальные производители. Изготовляться такие вещи могут на дополнительной смене того же завода, где делают и оригинальный товар. Обычно при этом в ход идут оставшиеся от оригинальной партии материалы. Китай, являющийся как бы мастерской для всего мира, превратился также и в самый большой источник проблемы пиратства. Но по мере того, как эта страна становится крупнейшей в мире потребительской базой, ей приходится работать над решением данной проблемы.